Дочь и внуки плюнули на тяжело больную Пьеху. Эдита Пьеха угодила в больницу, и оказалось, что все очень серьезно. Ей даже пришлось отменить сразу два ближайших концерта. Бронхит просто достал. «По ночам кашляю», – призналась артистка. «Ей бы сейчас покой да забота нужны». Но, увы, ни того, ни другого. Журналисты без конца звонят. «Не умерла еще?» «Нет, не дождетесь», – осипшим голосом ответила певица. При этом в больницу, куда увезли народную артистку, нет нужных лекарств. А привезти их некому, вся семья в отъезде. Для дочери и внуков работа, гастроли и поклонники важнее, видимо, здоровье 80-летней Эдиты Станиславовны. Внук Стас Пьеха на вопрос о состоянии здоровья бабушки просто отмахнулся. Это обычное ОРЗ, которое перешло в бронхит. У всех, поэтому журналисты были вынуждены ехать к артистке с целым пакетом лекарств. Другого варианта спасти артистку не было. Ингаляции, уколы делают, надеюсь, что поправлюсь, все хорошо, пытается сохранять оптимизм Пьеха. Интересно, что лежит она в отделении кардиологии. По ее словам, все дело в том, что в больнице просто нет отделения для больных хроническим бронхитом, поэтому ее туда и отправили. В больнице Петербурга, куда была доставлена артистка, не нашлось VIP-палаты, поэтому она лежит вместе с обычными людьми. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!